В России сегодня успешно испытана межконтинентальная баллистическая ракета «Тополь», стартовав с полигона Капустин-Яр в Астраханской области. Она с заданной точностью поразила цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. По словам военных, это было испытание перспективного боевого оснащения для ракет, способных выполнять весь спектр задач в интересах ракетных войск стратегического назначения и военно-морского флота.